Добрый день, дорогие друзья. Очень часто, когда человек зачистил ресурсную травму, закрыл какие-то кармические моменты, либо отработал на индивидуальных сеансах очень большой отрезок своей жизни, перепросмотрел, изъял осознание, либо прошел эпигенетику и просто взорвал пласты вот этих ресурсных состояний, и он не знает, как приложить это все в жизни, как осознанно нарисовать новый сценарий жизни, как осознанно изменить свою жизнь и перейти из вот этого коматозного сна в то, что ему надо. Очень часто человек просто не знает, что же ему надо в жизни. Мы очень много думали на тему, как изменить положение, как помочь человеку найти свою реализацию, как помочь человеку открыть свой бизнес, как человеку сделать прорыв в творчестве. По сути дела, как человеку начать заниматься тем, что просит и что хочет его душа. Ну вот его душа рвется и просит, говорит, я хочу там рисовать, я хочу петь, я хочу творить. Когда еще творчество как-то понятно, я пойду там позанимаюсь, но как на этом заработать денег? А еще душа иногда отмачивает такие реализации, говорит, а я вот хочу, а на это хочу нужен сразу миллион. И человек просто теряется и не знает, как двигаться дальше. Обо всем этом и о том, что мешает человеку, чтобы прийти к себе настоящему, чтобы действительно начать реализацию, чтобы убрать, зачистить те действительно очень глубинные точечные программы, которые останавливают приток денег в вашу жизнь и, например, не дают стартовать в бизнес, потому что иногда бывает конфликт, реализация одно, деньги это другое. Да? У человека в подсознании невероятное хитросплетение. Обо всем этом мы будем говорить на новом курсе, который так и называется «Деньги, реализация и бизнес». Вести его будем я и Андрей Хримук. Мы приняли решение провести этот курс самостоятельно, потому что планируем его не только в виде работы с программами, которые ограничивают и мешают. Мы планируем в нем еще внести немножко мистики и прикладных моментов, конкретных моментов по регистрациям, по движениям, по открытиям, по конкретной помощи данным конкретным людям, которые придут на занятия. То есть, грубо говоря, наша задача сделать какую-то часть стартапов, которые вы потом повезете сами, будете делать сами, и дальше у вас мистически все должно сложиться, да? Должно сложиться, это значит не Бог сложит, это значит вы сложите это все так, чтобы для вас это было просто мистически, да? Суть в этом. Вы-то творите свою реальность. Итак, в конце июня, специально после курса эпигенетика, когда уже у человека минимальный набор спама в подсознании, когда можно действительно точечно вести работу и действительно качественно помочь. В конце июня пройдет курс «Деньги, бизнес и реализация». Мы соединим все в одно. Мы будем рассматривать денежные программы, денежные травмы, денежную карму. Мы будем рассматривать все, что касается бизнеса в современном обществе. И мы будем рассматривать, как реализовываться таким образом, чтобы душа давала энергию, давала возможности. И начинались мистические совпадения без ограничений, но при этом с полной отдачей, с полной игрой в эту жизнь. До встречи на курсе.